Возле второго корпуса ЮРГУ доноров принимали в мобильной станции переливания крови. Обязательное условие – заполнение бланков. В этот раз организаторы упростили регистрацию для участников. Теперь доноры могут заполнять анкеты в социальной сети ВКонтакте. В интернете регистрироваться быстрее, потому что нет очереди никакой. Сам быстренько прошел у себя дома, зарегистрировался, пришел в срок. На саму акцию пришло порядка 150 человек. На данный момент акция еще не завершена, у нас еще есть час времени. И на этот момент уже сдали более 60 человек. Удобные анкеты и своевременные отчеты на вопросы дали свои результаты. Организаторы отметили, что количество добровольцев значительно увеличилось. Каждый хотел внести свой вклад в медицину. Некоторых по праву можно назвать постоянными донорами, а кто-то впервые решил сдать кровь, чтобы помочь тем, кто действительно в ней нуждается. Помочь людям, потому что в семье у меня были такие моменты, когда нужна была кровь маме, поэтому захотелось сдать. Тем, кто не успел в этот раз сдать кровь, организаторы обещают повторить акцию в ближайшее время.